Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, открываем сундук, магнит, ускоритель. Бесплатный сундук еще здесь у нас есть. Так, арматура, ускоритель опять же. Так. Всем привет. Кому говорю всем привет, ребят, в такой... Блин, еще неправильно написал. Всем приветик. Спрашивается, кому пишу, когда почти час ночи, ребят. Непонятно. Так, ну что, касанием. А давай, наверное, все откроем, чтобы он тут не мешалось. Крылья, прыжки, управление стартовой. Денег что-то как-то маловато. Маловато будет денег. Столичный кубок. Ребят, столичный кубок. Кстати, вот это, да? Сопротивление воздуха, улучшенная аэродинамика. Так, давай попробуем. Сказали, что... Подожди, а как там? Ага, вот так вот. Давай попробуем убрать и посмотреть. Даже не знаю, кого тут взять-то. Блин. Давай вот этого чудика. У него явно прикус неправильный, ребят. Почему? Ну, потому что посмотри на его выпирающую челюсть. Ладно, давай посмотрим. Без аэродинамики, ребята, едем. Как говорится, без сопротивляемости воздуха. Сейчас посмотрим. Не, все равно какая-то сопротивляемость есть. Не такая, конечно, жесткая, как была, по-моему. Так, подожди, вот тут вот. Тут надо вот скидывать скорость, потому что... Вы видите хоть какое-нибудь изменение? Почему-то я его не вижу, если честно. Ну, не чувствую я, ребят, что что-то изменилось. Так, я это помню. Ага. Прекрасно получилось, всех наколол, короче. Самый умный продуман я. Чё-то я тут особого изменения. Вот сейчас специально, ребят, вот. Ну вы видите, как я еду, да? Вот сейчас из принципа поставлю все обратно и глянем. Пока что-то я никаких улучшений или как назвать-то. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, он как ехал, так и едет. Так, давай-ка все-таки проверим. Гонка. Так, выставляем по полной, ребят, программе, как было у нас. Поехали. Конечно, лучше тестировать надо было на той же трассе, на которой мы ездили. Ну ладно, фиг с ним. Да ну, ребята, вообще ничего не поменялось. Не, я лично не вижу никаких изменений. Вообще нету их. Как ехал, так и едет. Что в воздухе, что на трассе. Оу, ну это трындец, конечно. Вот это, ребята, сейчас. Я, конечно, все понимаю, что крыши нет. Но не до такой же степени. Я тем более скорость там снизил, да офигение. И он все равно как ватник разбился. Ёк-макарёк. Это, конечно, зря. Надо было понизу ехать. Да, конечно, это лучше не придумаешь. Просто два раза на... Нет.
Два раза на какой-то фигне, ребята, разбился. Вот это что сейчас было, вообще непонятно. Тот, кто не успел взять кислород, тот и проиграл, да? Ты видел сейчас, что было? Мы крышу себе сорвали, ребят. Но благо мы не разбились, а просто ее сорвало нам. А ведь могло бы. Могло быть. То есть грузовик, он хорош, но именно, ребят, по защите он, конечно, слаб. И вот его мотыляет, как я не знаю кого. То есть ты хочешь аккуратненько проехать, у тебя не получается. Уж больно он. И опять сорвало. Тут вообще нужно аккуратно ехать, потому что без крыши его уничтожат в 3 секунды. Такой сейчас шлепок слышал в конце, такой чмяк. Это где-то он там приземлился неудачно. Так, тут, наверное, надо было лететь, а я снизил скорость. Хотя нормально, на бочке как раз приземлю сейчас, да? Нет, бочки я переплюнул. Бочки я... Блин, что мне так жарко-то, а? Да ну какого лешего-то, друзья? Ну что это такое? Он там еле-еле коснулся, блин, потолка. Все, сразу же хана мандрига ему. Ну это нечестно. Это, ребята, тихо, родной. Попробуем. Не, на байке, конечно, хорошо ехать, когда у тебя вот такая вот трасса, без всяких крыш, без всего. Прям вообще одно заглядение ехать. Блин, мне что-то захотелось, ребята, сдать на категорию А. У меня только категория БЦ. О! Нормально. Чудом, ребята, чудом. Уцелел. Как я ненавижу вот эти вот. Нормалек. Здесь тоже хорошо у нас получилось. Аккуратненько я проехал. Вот тут бы еще. Не надо! Ядрен, матрен. Чух. Да не вздумай ты. В конце начал расколбашивать по полной программе. Нет. Посмотри, этот мотоциклист сзади меня, ребят, догоняет. Настигает потихонечку. Потихонечку. Есть. Слушай, ну 3 гонки из 4 мы заняли первое место, поэтому... Ну первое место у нас уже обеспечено, это явно. Первое место у нас уже в кармане. Воу-воу-воу-воу! Ну тут, конечно, да, ребят, тут... Чё-то с управлением вообще не справился. Так, забрали... награды, и у нас магнитная цепь. Ну, слушай, магнитную цепь, я думаю, что можно, в принципе, проехаться и на фуре. А, на фуре же она будет сейчас за все. Ай, взял. Тут же эти. Тут же магниты, она сейчас будет везде его притягивать. Но с другой стороны... Вот, ребята, вот вам с другой стороны. Фью. Я даже не знаю, что и делать. Хотелось бы, конечно, похвалить, но... Она едет мощно, но она летит, понимаешь, она летит. И эти магниты тебя притягивают. Ну, как притягивают, они тебе мешают, ребят.
Ну что ты там еще, еще за... Ну все, вот, и, вот из-за этого, ребята, у нас последнее место и будет. Из-за вот этих дурацких прыжков его. Короче, скажем так, это... Разбился чувак. Не для этой трассы фура. Не для этой, абсолютно не для этой. Поэтому просто в магниты врезаешься и все. Он не может не разогнаться и не взлететь куда-нибудь. Тут можно было вообще разбиться, кстати. Надо было вообще как-то аккуратно. Вот тут тоже. Опять. Тебе просто повезло, парень, что тебе крышу не сорвало. Так, ну что, забираем зимние шины, колесный ускоритель. Так, открываем, наверное, все эти. Тяжеловоз, старт и ускоритель. Райская бухта. Попробуем райскую бухту проехать на фуре. Так, этот опять тут со своими попрыгунчиками, да, ребята? Молодец. Лучше и не придумаешь. На первой гонке все, сразу сфейлился. А если она будет прокачанная вообще полностью, то что ж тогда будет происходить-то у нас? Скажите ко мне на милость. А если ей еще стартовый ускоритель взять? Дать. Можешь представить, как она будет тут летать? Со скоростью света, вот как она будет здесь летать. Очень долго разгоняется, но когда разгонится, тот уж извиняйте, ребят. Да не вздумай. Так, там... Я удивлен, что этот такой... Колян. Колян как-то умудрился проехать. Что там? На чем там едет? Не могу понять. На чем-то там летает. Вроде крыльев я не видел у него на тачке. Но он что-то... Когда, ребята, ХКР-3 выйдет-то? Вы мне уже, наверное, полгода назад говорили, вот ХКР-3 выйдет. Где ХКР-3? В упор не вижу. Не то, что не вижу, даже не слышу о ней ничего. Так же, как, кстати, растение против зомби. Третья часть. Где она? Вот скажите мне, где она? Они же ее закрыли на доработку. Вот. И что-то уж больно долго они дорабатывают. Уже год, наверное, прошел, как они ее дорабатывают. Ну что, кубок пустыни. По-моему, в кубке пустыни мы уже пробовали эту фуру. Ну давай, 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 не жмись. Зули. Зули. Сосули, ё-моё. Хилл Климп тут даже еще. И на следующий кактус, да? Прям от кактуса до кактуса пролетели. Слушай, что если... Блин, у меня крылья есть на фуре? Я просто, знаете, что хочу попробовать? Поставить на нее крылья. И глянуть, как она будет летать. И будет ли это вообще хорошо? Да, летает она, конечно, вообще... Просто летун от бога. А если еще крылья дать? Так, давай-ка глянем, есть у нее крылья? Так, 3000 монет, что мы там зарабатываем? Так, подожди, а у нас задание-то новое-то. Как там? Да нафиг нам вот это вот? Эх.
Что я хотел? А, крылья, крылья хотел посмотреть. Так, не то немножко я сделал. Ага, а крыльев-то как раз у нас и нету. Но зато я могу повысить. Эть, не хватает чуть-чуть. 24 тысячи. Попробуем. Слушай, я не знал, что у меня, оказывается, монетный ускоритель стоит здесь. Давай вниз, вниз, вниз поедем. Так, вот здесь не будем особо сильно подгазовывать. Так, с легонцушки проедем. Так, а там кроме монетного ускорителя, по-моему, взять-то нечего. Ничего там хорошего для нас не лежит. Нормально, да, так пролетели? А были бы крылья, ух, я думаю, что эта бы тачка просто тут летала бы. Она, мне кажется, даже лихача бы... Почему-то кажется, что лихача даже перепрыгнет, переплюнет в плане вот этих попрыгульчиков. Ой, не надо. Поехали лучше понизу. Угу. Идеально. Просто, друзья мои, идеально. Все, все снесло. Так, кубок Штормрайдера. Ну давай. Она как раз у нас любит подлетать. А-а-а, слушай, тут же. Фига себе, мистер Вип. Ричард какой-то. Этот чувак там на своем этом, как называется эта машина? Монстр Трак. А что случилось там с этим? А что, ребят, с лихачом случилось, я не понял. Фига себе, этот хмырь меня еще и обогнал. Ну, я имею в виду Монстр Трак. Воу! Причем там большинство ребят погибло. Я вот все пролетели, а в эту лужу, блин, втюхался, а? Ну что с машиной-то? Что? То она едет, то она не едет. Этот лихач опять. Я не пойму, что с ним происходит там. Так, ну что у меня? У меня в третье место. Трэш, конечно. Я думал, что я здесь проеду нормально. Проехал. Угу. Нормально. Хуже некуда. Вот видишь этот с крыльями, как его, вертушка. И крылья здесь очень круто помогают. Вот мне бы тоже, наверное, крылья бы помогали. Хотя у меня сопротивляемость воздуха. Крылья, не знаю. Что из этого бы получилось. Но что мне да получилось, согласись. Так, стоп, 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 стоп. Твою налево, прям миллиметрончик от этого, от потолка был. Как говорится, пули свистели над головой.
Погнали. Давай ты шевели чулками, ё-моё. От горочки до горочки, да? Ой-ой-ой, надо было здесь не подтормаживать. Так а как не подтормаживать, если ее начинает машину закидывать? Ну как тут не подтормаживать, ребят? Иначе мы просто перевернемся. Не будешь подтормаживать, просто перевернешься и все. Так, забытое шоссе. Блин, я все хочу накопить 24 тысячи, у меня не получается, друзья. И я хочу прокачать ему до последней, ну, там у нас... А что у нас там прокачивается? Форсаж, мы монетный ускоритель прокачали, форсаж там остается только. Да что ты? В шоке. Я просто, друзья мои, в шоке был. Так, чуть-чуть бы, да, и... Не понос, так золотуха, ребят. Просто была одна гонка, и я ее сфейлил. Шел первым, и я ее сфейлил. Да, на этой машине надо быть очень аккуратным. А тут-то нафига я ее взял, тут... Ой... Тут для нее вообще, ребят, по-моему... Дикая смертушка будет. Разве нет? Вторая гонка. Не, хорош, хорош. Дурачество уже, все, хватит. Это благо у нас после обновы мы не откатываемся назад. Так бы я бы уже, блин. Мы просто сломали с тобой этот домик. Вау. Да. А теперь тяжело тоже, конечно, заезжать на такой пригорок. Пике в туннеле. Я бы назвал бы не пике в туннеле, а крутое пике. Видишь, как ему тяжело. Тяжело дается заезжать на всякие горочки, пригорочки. Сейчас посмотрим, кто тут круче. Блин, меня почему-то наверх потянуло. Да. У него потянуло прямо, а меня наверх. Поэтому, ребята, я потерял там преимущество, скажем так. Зато по подъему в горке у меня все равно, ребят, круче получается. Если брать именно подъем. Ну тут уже все поняли, да? Все стали откатываться назад, потому что там действительно просто полный трэш. Виктори. Так, ну первое место мы взяли. Так, крылья. Магнит, стартовый ускоритель. Новинка, зимние шины. Это на Muscle Car, да? О, гоночный грузовик разблокировал себе слот. Еще один, ребят, значит можно туда что-нибудь установить. Значит, надо устанавливать. Не вздумай! Тьфу ты, тормоз ты перестройки, а! Да как так-то, блин, ну? Уже который раз, блин, по такой нелепости, ребята, погибаем, блин. Летит, 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 и на тебе. Носом ловит, блин. Вот тут его закидывает. Почему там-то его вниз-то?
Шпиндякнуло, не пойму. Да. А это у нас, по-моему, здесь дома сейчас будут. Можно крышу элементарно, ребят, с это потерять. Зато он по этому мостику очень хорошо едет. Его не так подкидывает. Ну. Так, спойлер. Получили спойлер. Так, и... Сейчас, ребят. Еще можно, оказывается, прокачать монету. Подожди, я же на грузовик, по-моему, открыл, или нет? Ну-ка. Да. Вот они, крылья. Че я свистел-то вам? Крыльев нету, говорю. Вот они, крылышки-то стоят. Ну что, ребят, проверим? Блин, нашел, где проверять. Не самый, ребята, лучший вариант. Надо ехать тут аккуратнее. Тут обычно проверяется на каких-нибудь, знаешь, там, где можно лететь. Чё-то этот парень вообще какой-то невезучий. Так, тихо. Есть. Щух. Я там специально, ребят, сбросил скорость, чтобы, ну, быстрее приземлиться на дорогу и... Маслкар, я смотрю, начинает очень даже добротно, но... Но потом он почему-то где-то там фейлится, теряется. Слушай, ну на крыльях вообще нормально он летит. Буря пней. Так, тихо. Да что с тобой? Ты, кто тебя завернуло ты? Там еще и байкер, оказывается, есть у нас. А байкер, как всегда, начинает ерундой страдать. Так, ну что, гонка, давай-ка я все-таки... Сопротивляемость воздуха 60. 37. Улучшенная аэродинамика. Так, слушай, получается наоборот, ребята, у меня сопротивляемость воздуха уменьшается. А не увеличивается. Сейчас врежемся, сейчас. Нет, нормально. Так, по красоте. Пока все. Все, ребят, четко. Хм. Там у нас сопротивление было 10, а когда мы прокачали, у нас сопротивление стало 60. Получается так. Хм, ну... Что я могу сказать? Вроде бы неплохо на крыльях летит. Крылья, правда, очень фигово прокачаны. Не так долго держит он в воздухе. Ну, обычно, когда крылья прокачаны, ты в воздухе летишь, как птичка. И довольно долго. А тут... Не
не так долго, короче. И не резко он летит. Но, тем не менее, нам это как бы не особо мешает. О, прикольный костюмчик. Так, кубок колпака и ступицы. Да, тут, конечно. Ну, тут вот с этими полетами вообще не в тему. Вообще не айс, ребят. Да. Совсем нехорошо получилось. Чуть-чуть начинаешь притормаживать, все, офигенную львиную долю у ребята скорости теряешь. Не вздумай. Прикольно. Пролетел практически все. Все, что мог. Но он очень в воздухе очень долго зависает при этих крыльях. То есть он, смотри как. Очень долго, ребят. Не, чтобы лететь по прямой, он больше все-таки летит вверх, ребят. Но тут я обставил. Тут я их обставил, конечно. Так, давай-ка мы, наверное, откроем. Так, магнит. Усиленная турбо, зимние шины. Крылья и колесный ускоритель. Как, кубок путешествий. А если я, например, поставлю вместо крыльев вот эту вот штуку. Просто... А, подожди, это же на заднем колесе, по-моему, да? Хорошо, проверим. Мы же и так, по-моему, на заднем колесе часто ездим. Как-то байкер, интересно, и кактус пробил. Обалдеть. Так, ладно. Тут нас байкер обогнал. Так, тут пока с раллийным авто мы соревнуемся, типа того. Да ладно, еще не взял. Так, здесь мы взяли первое место. Ну что, последняя гонка у нас здесь. Это где-то в городе у нас. Но когда на ускорителях, конечно, ребята, быстро проезжаем. Что, еще нет? Нет, сейчас будет босс, ребята, у нас, кстати. Темные дороги. Кстати, я так и не понял, то, что мы взяли ускоритель для колес. Где он ускоряет? Ты видел, чтобы он ускорял что-нибудь? Нет? И я вот не видел. А-а-а, не хотел я так. Четенько. Все как в аптеке.
Погнали дальше. Допустим. Как валанчик какой-то, знаешь, плин-плин-плин прыгает. Вообще трэш. Как мячик, который кинули, и он прыгает потом на каждой кочке. Нет, тут тогда уже едь вниз. Ты посмотри, а? Блин, с этой баги какой-то вшивый не справился, а? Ну что, босс-то будет сегодня? Взял. Путешествие на пальцах. Я думаю, фуру, наверное, здесь не стоит брать. Нам надо брать. А что за трасса? Что-то непонятная какая-то трасса. Давай попробуем на байке прокатиться. Ой, зря я, наверное, ребята, взял здесь байк. Да. Тебе не кажется, что он что-то слишком круто в горке забирается, а? Привет. Слишком, я не могу, блин, забраться, а он забирается, блин. Ну ты посмотри. Да ну нафиг, ущербный этот. Еще и, блин, оторвался, фиг знает куда, блин. Ой, байк, ну ты чмо, а. Пипец, машина, байк, по идее, да, намного скоростнее вот этого вот говна, на котором едет вот это желтое чмо, блин. И он мне такую фигню вытворяет, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, тут понятно все. Да, тут сфейлился, блин. Нет. Не пойдет так. Не поменялось, да, ни шиша? Давай попробуем ралли. Че там за тачка-то он взял? Маслкар. Давай, заезжай. Вот здесь аккуратненько надо. Потому что я знаю, что тут подъемы эти. Есть. Так, кстати, тут две гонки. А, ну в принципе все, ребят. Я первую взял, там ничья, а у кого ничья, то ты выиграл. Причем он тоже заехал, да? Нет, ребят, все равно я выиграл. Юх. Дрифтанул сразу же. Так, 3000 монет. А мне вот этот сундук хочется глянуть. Так, у нас новые колеса. Форсаж. Форсаж? Вау. У нас, ребят, форсаж на раллийном авто прокачивается. Подожди. А, я же форсаж не брал. Я его не брал. Но, тем не менее, все равно. Так, что я тут заерзал? Заерзал, заерзал. Так, друзья мои, ну что?
Так, подожди-ка. Новые колеса такие. А можно что-нибудь под фуру посмотреть? Есть под фуру что-нибудь? Краски никакой нету, колес. Ну, вот такие есть, колеса поставить. Вообще ничего нету. Было бы прикольно, если бы было бы. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.